Всем привет, с вами Неримушка. Антимаузершка. Свайнушка. Короче, да, это GTA 5. Какая-то падла бьет мою машину. Пошли, короче, к нашим жрицам любви. Спасибо. О, да. Я так понимаю, Сережа в премиум лаунже, да? Ммм? Все в порядке, сам, да? Не волнуйся за меня. Я понял тебя. Меня тут, кстати, уже все знают. То есть? У меня типа все номера этих есть. Короче, да. Кого? Тех, с кем ты сейчас там сидишь. Ты уверен? Ну смотри. Сейчас я напьюсь, я тебе скину даже номерки. Короче, да. Опа! Вторая стакашка пошла. То есть ты здесь зависал? Я здесь, знаешь, сколько в онлайне зависал, блядь. Меня отсюда выкуривали, короче, другие игроки. Гранатами? Да. Все, меня понесло. Ой, же ЗД. Контакты. Чита. Джульетта. Ники. А, ну и все, здесь только три доступны в онлайне. Кстати, Джульетта стрёмная, что ты её взял вообще? Нормально. А, то есть ты нас любитель извращений. Понял. Все в порядке, все. Ох, забей. Не-не-не, подожди, короче, Саша, что будет, если я туда прыгну? Ты не сможешь туда прыгнуть, но я нагнусь и рассмотрю все получше. О, какая-то новенькая, подожди! Какая-то новенькая, ты смотри, а? Нерим там смотрит. А, да, точно, мне ж нужно снять деньги с банкомата, чтобы я мог ей что-то кинуть. Господи, я забыл уже. Подожди, не спеши. И тут банкоматы стоят рядочком. Мне вот это больше всего нравится. Серега такой ходит, как неприкаянный, короче, такой. Что я здесь делаю? Пойдем, выйдем. А у меня мужик сидит, знаешь, такой в разгрузочном этом жилете, в шлемаке, в боевых этих штанах. И как? Если бы нормально, то ему хорошо. Хорошо. Так и думал. Что ты хочешь от меня? Не надо. О, подожди, стой, нет, не уходи. Ну, бля. По второму кругу. Забей. Да, мам, ты вернулась. Угу. Недельник, да. Недельник, приехал на работу. Угу. Да. План по моделям. Не, ничего больше не нужно, мам. Все как всегда.
до людей до 30, офигеть. До 30. Не появится хорошие мысли. На выходные мы кого. Да. Если бы лишь не мыть виртуальной реальности, я знаю, кто бы здесь залипал. Все. Все. Всем бы было уже насрать на перестрелки и так далее, они бы сюда просто залетали и в очереди бы стояли. Кто первый классный? О-о-о. Нам, кстати, повезло, что мы сейчас по пустой сессии. Да я уверен, один чувак здесь как минимум точно зависает. Подожди, настолько трое. Причем постоянно. Да, настолько трое, кстати, я и говорю, был пустой. Украсть машину новостей. Взламывай машину. Да. Да. Ясно. Очень быстро, в кавычках. Куда делся наш мотоцикл? Понятно. Вы все ушли, что ли? Куда ушли? Я один тут сижу. А где вы все сидите? Ну я в вип-ложе. Сережа, не знаю. Серега там залипает. Вип-ложе. Да тут модельки говно, они друг в друга входят. Так ты чё спиздил читу? Какую читу? Блять. Какую читу? Боже, Саша. А как её там зовут-то? Не, ну хуй. Спиздил, блять. У меня персонаж так потерян, знаешь, такой. Че, блядь? Че, их только двое, что ли, да? В смысле? Ну, тех, которые приватные танцы делают. Нет. Одна сейчас на танцполе просто зависает. А, это типа ебо блоски даешь по КД. Да, по КД. Я уже $500 просрал. Зачем? Да похрен как бы. Сколько у нас там? По миллиону, по трём? Ты что там сбоку что? Хорош! У меня появился только конкурент. Так, ладно, я сейчас пойду попробую кое-что другое. Не, Сань, все уже, вот туда иди дальше. Вот туда иди. Назад иди. Хе-хе-хе.
И чё ты стоишь? А, ты её типа ждёшь? Опа! У них одни и те же движения, да? А ты что думаешь, что они каждый раз что-то новенькое будут? Ну, в принципе, это всего лишь три персонажа. Да. Что там происходит? Че мужики орут? Мне это не нравится. Ощущение, что они сейчас полетят нам лица бить. Сань, там новая женщина вышла на танцпол. Да похер. Я слишком много проебал. Рили. Слишком много. Нам нужно одежду банда какую-нибудь придумать. Вообще да, ты прав. То есть вот эти все разгрузочные хири и шлем, это все хорошо, конечно. Мне понравилось. Первая пошла! Ну Фуфу самая красивая, я так понял, да? Походу, да. Она еще и говорить любит. Наташа Пичи, это как ее. Ну. Ну та, в общем. И еще разок. Рим, ты где там вообще? Рим. О, бесится по улице, я так понял. Машину ищешь, что ли? Серег. Сейчас мы выходим. А чё ты от нас далеко? Я нашёл машину просто. Она такая быстрая. Серёга, я за ней. А... Дорога такая длинная, классная. А где выход? Выход где? Привет, братан. Как тебе? Жив-здоров, да? Чё, жив-здоров? Жив-здоров, да? Жив... Блядь, здоров, да? Печень! Сдохни! Взял на мужика на паузу, ни за что. Эй, сука! Саша, не на! Говори как кач, уже нос. На, блядь! Как кач. Домой, негр обоссанный! Саша, кач. Куда? Вы все пользовались услугами шлюх! Так нельзя! Найдите девушку, утроты! Себе это скажи. Да и ладно. По-моему, бар лишился постоянной клиентуры. Это я так... Ебать меня видел! А, я ж бухой в жопу, точно! Саш, ты ему так достаточно денег отдал. Я знаю. Забей, слушай. Я не могу вести тачку. Это забей. Меня аж трясёт. Сука.
хорошо. О, меня походу понесло все. Да, меня разнесло и понесло. Да нихуя. Все еще плохо. Так, слишком много убитых. Нет, мои собственные. Серёжина, присытился. Да я получил контакты всех. Все. А, там же, да, там же их шестеро. То есть нужно, короче, проходить ночью, и ты получишь еще несколько. А, то есть там еще меняется, да? Да, они сменятся. Ох, нихрена тут трупов валяется. Че их так много-то? А хули они выбегали, как мрази? Пока ты. Правда, что че они выбегали? Собаки, да? Не, ну они по КТ убегали просто такие, типа. Нас спасу. Раз, когда не спасу. Один раз не пидорас, в общем, так что. Интересно. Механик. Где механик? Алла-лам, Т-20 не можешь, да? Давай, батя. Слушай, на Риму слышно, нужно научиться монтировать видосы, потому что вот это, по-моему, должно только бесить людей. Да это, основу это бесит. Просить на сайт, чтобы не заходил, третий раз его стрелять. Оп. И к тому же, какая разница, ее мама твоя не слышно, а тебя слышно. Прикол-то в этом. То есть я твою маму не слышал. И никто не слышал. Я слышу. Да? Но у меня громкость стоит высокая. А. И я без наушников сижу, у меня динамик херачит прям в ухо. Shitheads. Я жду ночи. Как я оказался на военной базе? Я жду ночи. Вот потом поедем, будем пытаться своровать этот. Потом, когда он, короче, получит Саша, у меня задание, Понимаешь? Извращенец поганый. Нет. Да. Нет. Да. У меня есть задача. Важно. Достаточно. Что у меня здесь из индикатор? А, это мотоцикл. Отлично. Нужно снять разгрузочный жилет и шлем. И вообще. Долой шлемак. Предметы. Аксессуары. Так, шлемак я снял. Тут переодеться. Нет, не тут, вот тут, да? Да, вот можно переодеться. Надежда. Боже, Саша, у меня такой костюм есть классный, но нет. Чего нет? Ра-та-та. Та-та. Блин, я хочу 7 смертных грехов. Это что за? Это татуировка, которая открывается после 1000 убитых врагов. Сань, может, не надо. Мне нравится. Слишком нравится. А чтобы получить начало этого свитка, мне нужно убить 250 игроков. А только сколько у меня сейчас уже убили? Всего убили 216. У меня носки такие стрёмные. Все носки. Да, Саша, у меня есть носки.
черные перчатки. Нет, не надо мне. Это черные перчатки. Черные перчи, черные. Че, куда ничего не делать будем, нет? Конечно. Что? Да. Да ясно. Я из окна смотрю, тут классно. А, да, точно. Или подожди. А, нет, все нормально. Боже. Я в шортах карго и в туфлях с черными носками. Боже мой, моя... Это... Лошок детектор, короче, сразу. Да-да-да, реально лошок. Парень, радуйся. Парень на там, машины за 1 750 000 решил взять твой байк за 10 тысяч. Че решил? Меня столкнуть, типа? Ну давай. Ой, там второй мотоцикл хороший поехал. Подожди. Это все? Ладно, подожди. Серег, ты нашел себе машину? Да, я не всегда машину сменил. Ну, у тебя есть дом? За сколько? Че я только что сделал? Приехал я на чего-то и... О, да, вот сейчас каждый найдите, короче, одежный магазин, и давайте реально одежду банды подберем. А сколько у тебя сейчас вопросов? 55 тысяч, короче. Просто 5 тысяч. Фига себе, нет денег. 5 тысяч. А, 5 тысяч. 5 тысяч. Понял, понял. Слабовато. То есть, получается, можно всех стриптизерш, да, сын, позвать в дом? Да. Не, только одну, по-моему. И то она тебе ничего не сделает, кроме приватного танца. Да, только да, в этом, только в одиночной игре можно что-то нормальное делать. Человек достаточно осведомленный в эти. Достаточно. Саш, го к военной базе. Что мне было делать, мне было скучно. К военной базе. К военной базе? К военной базе. А, хорошо, сейчас поеду. Где она там? А я думал, типа, знаешь, можно что строить на новоселье. Ну, типа, когда покупаешь дом, можно устроить новоселье, да? Ну, я думал, типа, позвать... если всех, да. Все шесть штук. Не, было бы круто. То есть там игрок. Это приватные танцы, вся херня там. Алкоголь, шлюхи. Телевизор. Кокс. Кокс. Шлюхи, плохо. Не, вообще. Можно сделать так, короче, пригласить кучу игроков женского пола и предупредить, чтобы они наряжались в этот. Типа, зайчиков. Блядь. Зайчиков, да. Ну, блин, меня не убило, у меня просто, короче, колеса почему-то слетели и типа такие нет. Короче, механик. Механик, а? Механик. Механик. Ты же хороший мальчик. Да. Зинтор на себя нормально чувствует на дороге. Зинтор купил? Хорош. Да. Она прям я хорошо бы, себя я на бы... дороге чувствует. Под я вот даже не знаю, я, наверное, какую-то щелбу взял. Или Зинторну. Чё там, чтобы нормально проехаться, по-моему? Ой, да похуй, выебнемся и возьмем Джестер. Господи. Правда, что? Правда, что ли так? Собака серая. Это кто там такой приехал? О, на Рим. Садись. Блин, так. Здесь.
Сава, поедем с ветерком сейчас. А эта тачка тоже себя неплохо так чувствует на дожде. Ни хрена там nice. Истребитель прилетел. Да вы же у форта? Конечно. 25 минут уже с ним. Пойнамет. Главное, не взорвись. А что за намек-то? Скажи мне. Я не понимаю намек. Это надо уже заканчивать. Да? И снимать данные серии. Учитывая, что экшон начинается только сейчас, то давайте мы лучше просто удалим те две серии, которые были.